В памяти выдающихся поэтов и журналистов Мендикеша Сатыбалдиева и Марата Утаралиева в средней школе номер 11 имени Ибрая Алтынсарина прошел вечер поэзии. Мероприятие началось с театрализованной постановки, повествующей о жизненном пути двух героев. Программа включала в себя и декламирование произведений писателей учащимися. Родившиеся в жестоких годах репрессии, детство которых забрала суровая война, оба атырауских поэта являются авторами многих очерков и повестей. Гостями вечера были Тулеген Жанабай и Алибек Каиров, являющиеся современниками двух поэтов. Эти два талантливых поэта рано ушли из жизни, оставив яркий и неизгладимый след. Я очень рада, что школа проводит такие мероприятия с целью пропаганды их творчества. Молодежь должна знать цену поэзии.